Под флагами разных стран к победе стартовало массовое спортивное мероприятие символично на бульваре Дружбы. В забеге приняли участие представители разных народов – уроженцы Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Киргизии и другие. Люди разных возрастов от мала до велика не смогли остаться в стране. На финише участников ждали волонтеры спорта. Каждого они поддержали и вручили медали за участие в соревновании. Сергей Кобелев – студент второго курса заочного отделения Покровского филиала Московского педагогического государственного университета. Он прибежал в первой десятке. Трасса нормальная, все было легко бежать, по крайней мере мне. Всего несколько сотен человек приняли участие в забеге Дружбы в нашем регионе. Это массовое спортивное мероприятие проводят впервые. Организовала его администрация Петушинского района совместно с властями города Покрова. Главная задача забега – наладить на территории района и всей Владимирской области межнациональные и межконфессиональные отношения. Но сегодня одновременный праздничный день, поскольку ровно 3 года назад именно в этом месте был открыт сквер парка Дружбы народов. И именно 3 года назад прошло первое мероприятие. И сегодня в нашем мероприятии участвует большое количество народов, национальностей. Тем самым мы подтверждаем, доказываем, что между нашими национальностями дружба и сплоченность. После мероприятия состоялся и праздничный концерт. Местные коллективы выступили с номерами, посвященными культурам разных национальностей.